Друзья, начинающие токари, вот иногда для того, чтобы проточить какую-то деталь в центрах, значит, в этом центре, и еще один будет, который там, надо сделать конус. Представляете? Но вот если я так прямой конус поставлю вот эту и сделаю здесь конус, да, будет не гуд. А потому что под давлением вот этой бабочки, вот этой пиноли, да, рукоятки, я могу задавливать туда, в патрон он будет проваливаться, вот этот конус. Поэтому я делаю всегда очень хитрую вещь. Посмотрите, пожалуйста. Может быть, кому-нибудь пригодится, кто еще не знал этого. Богдан, дорогой мой, учись. Зажимаем, оп, зажали, потом пошли, взяли очки, которые мы забыли опять, вечно забываем. Друзья, это большие обороты, ну ни к чему, ну зачем нам спешить? Проточим сейчас и хватит нам. Но вы, друзья, не спешите. Я медленно работаю и вам рекомендую. Зато вы поймете одну хитрую вещь. Вот в таком положении, после проточки, мой центр не будет уходить в патрон. Понимаете? Будет упираться в кулачки, и эта бабочка его придавит надежно, вот эту деталь придавит надежно. Теперь смотрите внимательно. Вот, я проточил. Хватит. Вполне достаточно. Теперь я сюда его зажимаю. Вот он уперся. Видели? Видели, друзья? Он уперся. И я сделаю вот здесь сейчас. Здесь нам не помешает.
центр. Поняли? Меня хватит. Пойдет и такой. Опа! Спасибо за внимание, друзья. Вот сейчас я вам покажу, как я зажму вот эту детальку. Вот смотрите, сюда внимательно. Этот сюда, а этот сюда. Оба. Теперь мы смотрим, чтобы она... Оба, все, окей. Зажимаю. Оба. Теперь вот я надавил. Я со страшной силой вот надавил. Представляете? И все, и вот этот стопор зажал. Теперь она у нас стоит. Вот посмотрите. Если кому-то пригодится, я буду очень рад.